Есть в городе чудесный дом, живут ремесла дружно в нем. Здесь бисером плетут и шьют, танцуют, лепят и поют. Здесь каждый для себя найдет по нраву дело и вперед. Твори, выдумывай, дерзай, вершин желанных достигай. В сказочном доме живут чудеса, здесь не смолкают ребят голоса. И не кончается радостный смех, двери распахнуты все и для всех. Здесь незнакомая сказка живет, и волшебство за кулисами ждет. Стоит лишь двери тебе распахнуть, и за порог без оглядки шагнуть. Быстро закружишься в танце легко, и в настоящий споешь микрофон. Краски художника станут друзьями, слепишь зверушку своими руками. Детское творчество — это чудесно! Все на планете родом из детства. И не волшебник, а мы вместе с вами делаем чудо своими руками. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто пришел на отчетный концерт Дома детства и юношества «Спектр». Детство — это самое беззаботное и счастливое время. Это удивительный мир добра и чудес. В детстве можешь ты потрогать самый краешек мечты. К ней найти свою дорогу непременно сможешь ты. К синим звездам любят дети в разноцветных снах лететь. Все сбывается на свете, если только захотеть. Нам очень хочется, чтобы все мечты сбывались. И мы приглашаем вас в нашу волшебную страну детства. Волшебную краску